Как вам начало нашего соревнования? Все здорово. Очень много ребят, которые пришли посоревноваться, и это такой наш большой первый опыт. И надеемся, дальше все будет только больше и больше, и много других активностей тоже ребятам сможем предложить. Как вы думаете, в следующий раз, когда будут проводить такие соревнования, здесь будет больше людей? Ну, мы будем к этому стремиться, чтобы привлечь ребят, но то, что они уже сейчас вовлечены, вот это можете видеть, да, так что будет круто. Вы являетесь тренером по армрестлингу. Можно у вас поинтересоваться, почему вы выбрали именно это направление? Изначально просто по школе я любил бороться на руках, как, в принципе, любой мальчик. Поступив в университет, мне как-то попался тренер по армрестлингу, который предложил дальше заниматься армрестлингом. Какой совет вы можете дать начинающим спортсменам? Как я говорил, на первом месте голова, образование, учеба. Если вы хотите заниматься каким-либо спортом, то обязательно подойдите к этому с умом. Найдите человека, который может вам побыстрее показать путь, чтобы вы не ошибались, делали меньше ошибок. Потому что если самостоятельно проходить через этот путь, вы придете к цели какой-либо, я не знаю, стать чемпионом России, допустим, чемпионом мира или Европы, намного позже, чем это могло бы произойти с наставником, с тренером. На какое место вы рассчитываете? Я рассчитываю на зайти в тройку лидеров, как минимум. Удачи вам. А что вы сегодня ожидаете от соревнования? Ну, вообще, прочувствовать, насколько я слабый, это раз. Ну и попытаться хотя бы кого-то выиграть. Но, честно, я не думаю, потому что я только отхожу от травм кисти. А за кого вы болеете, если не секрет? Эмир Хайдуков. Как вы думаете, какое место он займет? Первое. За кого болеете, если не секрет? За Хамгукова Эмира. Как вы думаете, какое место он займет? Однозначно первое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
И как вы относитесь к соревнованиям такого типа? Ну, только положительно, как нужно относиться. И, конечно же, хотелось бы, чтобы таких соревнований было, скажем, поболее так. Напутствующие слова, может, даже совет нашим начинающим спортсменам. Хотелось бы, наверное, сказать, что раз такое мероприятие проходило в рамках акции «Спорт против наркотиков», соответственно, больше занимались спортом и не принимали участие, скажем так, ни в каких неправильных, скажем, действиях. Как тебе участники? Сладенькие, да? По вашему мнению, прошло данное соревнование? Я думаю, что, как и мне, всем все понравилось. Там жаркие как баталии на столе. Какие напутствующие слова вы можете сказать нашей молодежи? Жить, творить во благо себе, своей семье, своим родным и во благо своей стране. Центр, кисть, кисть, центр, 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 Рэдико. Здорово, абсолютный чемпион. Биг Вихан, Гуэй Мишиш. Безусловно, нужное мероприятие, почаще и побольше таких мероприятий. Спасибо организаторам за то, что приложили столько усилий для того, чтобы вас здесь всех собрать.